В зале талантливые блогеры Барнаула. Их внимание приковано к резиденту московской блогерской студии Inside People. Продюсерский центр создает креативное комьюнити инфлюенсеров по всей стране, а также помогает им создавать контент для соцсетей, наращивать аудиторию и зарабатывать на своем творчестве. Региональные представительства центра работают уже в 55 городах России. В ближайшее время региональная студия заработает и в Барнауле. Мы хотим, чтобы студия Inside People становилась вторым, третьим, пятым, десятым домом для блогера. Не рабочее место, потому что мы их не принимаем на работу, но при этом у них есть место, куда они всегда могут прийти, отснять нужный контент, получить образование и реализовать все свои, как им иногда кажется, безумные задумки, например, по съемкам каких-нибудь шоу. С момента основания весной 2021 года проект объединил свыше 1000 резидентов, среди которых такие успешные артисты, как Дава, Анатолий Цой, Анна Хилькевич. Контракт с Inside People дает блогеру полное юридическое, бухгалтерское и рекламное сопровождение. Но прежде всего центр создан для того, чтобы обеспечить талантливых ребят всем необходимым для создания качественного контента. Они получают свет, лампу, не знаю, петлички, то есть все ресурсы, комьюнити. То есть можно прийти и снять с кем-то вместе видео. Вы знаете, что коллаборации сейчас это набирают обороты, да, и многие соцсети сейчас это используют. То есть снять вместе, это значит обменяться аудиторией, ну, сделать что-то классное. Чтобы стать частью всероссийского блогерского сообщества, барнаульцам достаточно оставить заявку на сайте продюсерского центра и пройти собеседование. Ограничений по возрасту и тематике нет. Любой начинающий или уже состоявшийся инфлюенсер может обратиться за профессиональной помощью команды Inside People.